Ты, кого не видел, напоминаю, меня зовут Антон Богатырев. Я преподаватель в этой группе и в группе ЦМД ВДНХ «Ритмика, техника, речи». Сейчас мы начнем с дыхательной гимнастики. Кто может, встает, кто не может, делать сидя. Да, можно выйти вперед, чтобы да. Не стесноваться. Да, можно выйти вперед, чтобы не стесняться, да? Подожди, у меня готов, давление дополнено. Ну хорошо, сидите, сидите, конечно, сидите. Начинаем разгонять нашу диафрагму. Кто знает, где находится диафрагма? Вот здесь. Дыхательная мышца находится чуть выше живота, под ребрами. Чтобы разогнать диафрагму, мы делаем два упражнения. Вдох делаем, как будто пьем чай из блюдца. Выдох на звук С. Здесь получается... Вдох. И последний раз с сильным давлением на выдохе. Замечательно. Теперь переходим к упражнениям по системе Стрельниковой. Многие из присутствующих слышали про эту дыхательную гимнастику. Основана она на сильном шмыгане носом, вдох резкий. И вот это, значит, получается... Отлично. Будем делать по два подхода, по 8 раз. Руки перед собой вытянули. Вдох к себе, выдох от себя. И... Отлично. Голова не закружилась ни у кого? Замечательно. Если у кого-то закружилась голова, делаем вот так вот, как мозг на лицо, будет подвижно. Голова может кружиться вследствие гипервентиляции легких. Это избыточное содержание кислорода в организме. А этим упражнением мы разгоняем кислород по всему телу, и головокружение соответственно уменьшается. Следующее упражнение — крылья. Вдох, выдох. И... Следующее упражнение переходит у нас на ноги. Вдох, одна нога вперед, потом следующий вдох-выдох, вторая нога вперед. И... Если делать эти упражнения под метроном, то стабилизируется давление в организме, и мы учимся не просто дышать по жизни, не контролируем, а дышать в каком-то ритме. То есть мы идем, и в этом же ритме мы дышим. Мы слегка ускоряемся, опять же, в этом ритме мы дышим. На этом обычно проверяют врачи, когда ставят на беговую дорожку. И если мы умеем дышать быстро и медленно, и как угодно, в каком угодно ритме, нас невозможно будет сбить, у нас не будет скакать пульс, соответственно, не будет повышаться температура тела, и мы будем лучше себя чувствовать. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, повороты головы. Следующее упражнение с приседами. Ловим шарик. То есть вдох, выдох, вдох, выдох. И...
Остановились. Следующее упражнение связано с наклоном. У кого, как говорится, поясница позволяет, делаем угол 90 градусов. У кого не очень, то делаем столько, сколько позволяет поясница. Вдох, выдох. И... Продолжаем. И последнее упражнение у нас будет повороты корпуса. Ноги ставим шире ширины плеч, чтобы не упасть. Амплитуда будет широкая. Большие пальцы под мышками. Отдельно головой от корпуса не крутим. То есть поворачивается корпус вместе с головой. Вдох, выдох, вдох, выдох. И... Замечательно, присаживаемся. Переходим к технической гимнастике.